Хорошо, всем привет, мои подписчики, которые есть, которые будут, которые, возможно, еще тоже наплыву. В общем, вещать я начинаю с Вилково. Как видите, загорел уже отлично. Май месяц начался тоже хорошо. Вот, в целом на Дунае, конечно, сейчас тишина. Карась идет плохо, лодками тягают чуть ли не под самый берег, а там, где рыба есть, это в низах, туда нельзя плавать, не разрешают, ну, то есть из-за боевых действий, вот, а туда только на лодке спуститься можно, то есть по-другому никак. Вот. В Ериках рыбы тоже мало, вот, почти нет, поэтому приходится ловить так под камышами, где-нигде. В общем, есть столочки небольшие, может кто-то прослышал, там где 2-килограммовые караси. Вот, ну недавно взял одного карася на 1,5 килограмма. Ну и все, и больше нет, потому что добрые люди там опять-таки сети тягают. Ну и что ты скажешь, местные тут, если полиции все равно, то как бы, если людям даже самим все равно. Да, всем же хочется типа рыбы поесть, а на рыбалку сходить, просто половить рыбки, отпустить, но трудно. Вот, как бы я не говорю, что я ловлю только для того, чтобы отпустить. Я тоже беру на пожарить, там, скушать, но беру то, сколько надо, не больше, потому что смысл это, чтобы рыба валялась. Так что, такие дела. Был на Базарчуке. На Базарчуке утречком был, взял пару щук, ну опять-таки небольшие, там где-то, я не знаю сколько они там, пару килограмм, 600-700. Одна, правда, можно сказать, ушла, поэтому не взял, одну взял. Вот, я пока доставал мобильный телефон, чтобы снять камеру, вернее, включить камеру, чтобы снять видосик, как я тащу щуку. Вот, и, короче, она убежала, помахала мне хвостиком, я видел, как она стояла, ждала, когда же я раздуплюсь, и решила первее дернуть. Ну и, короче, в общем, дернула. Вот. После этого пока еще больше ничего не ловил. По Дунаю ходил, там с другом мы ездили пару карасей. Ну, сегодня вышел я на канал отводной, называется. Отводной канал. Его недавно, наверное, пару недель назад почистили. Там он замуливается в начале, в самом. Вот, вот это вот чистили подводной канал. Это настолько тут, конечно, тут яма была конкретная, ее засыпали. Ну, то есть почистили, конечно, хорошо. Нужно покидать сейчас. И поэтому я думаю, сюда рыба зашла. Пришел, выбрал небольшое такое местечко. Ну, как раз от солнца есть тенечек. Это самое. Говорят, ближе надо туда, к одному каналу подходить. Но я не стал, там собаки, это твай, шум. Говорят, оттуда еще могут и проводить со свистом. Поэтому как бы зачем мне надо? Я пришел половить рыбки, просто посидеть, отдохнуть, послушать как бы эту природу весеннюю. Ну и вдруг что-то споймать. Такие дела. Ловлю я сегодня на удочку. На удочке у нас червячок. Закинул туда небольшое количество прикормы. Я сварил пшенки с чесноком. Ну и кислого туда гороха добавил. Ну, глядишь, может что-то и подойдет. Пока ждем. Вот. Ну и спиннинг. Макушатник закинул там. Недалеко плавал карпище здоровый. Вот, и поэтому, как бы, может, сюда все-таки что-то большое тоже заходит, блуждает. А он что-то там непонятное. Вот, вот это вот, что это? Это рыба? Да, это, походу, щука стоит, греется. А у меня занят спиннинг. Ну, пусть греется. Что здесь? Она небольшая, в принципе. Вот. Ну, короче, рыба здесь есть. Рыба сюда заходит отдыхать.
Да что, глядишь, может, под вечер все-таки подойдет что-то и амнит мою прикол. Так что включусь чуть позже. Живностью здесь полон весь ставок, и крысы плывут, и змеи плывут, утки летают, лебеди плавают. Короче, тут чего только нет, короче, реально. Я ездил на канал еще недавно с другом. Ну, я просто это все не снимал, пристреливался, и дальше уже я буду делать видео на рыбалке с этих мест. Вот. И так на самом канале там, вернее, когда мы ехали в сторону канала, там были аисты. Гнезда, блин, вообще круто. Так что здесь, конечно, природа. Осталось, чтобы тут еще рыба ловилась, но что-то пока, в общем, пока не сезон, пока еще нерест, рыба болеет, так что пока просто пробиваю места, смотрю, куда можно будет бегать на рыбалку. Для того, чтобы мне на Днестр добраться, у меня уходило почти 2 часа по автобусам, с водкой, с такими тяжестями и тому подобное. Здесь, ну, не знаю, самая дальняя точка, на которую мне добираться, это 10-15 минут максимум на велосипеде. Пешком там на Базарчук там 15 минут. Ну, то есть, конечно, это не то. Тут ставков столько вокруг. Это жесть. Рыбы просто повыбивали всю рыбу люди сами. Вот это жалко. Черепашка. Выползла, посмотрите, то что там хавку кидает. Омбуль. Пошла есть. Ха-ха-ха. Я говорю, здесь жесть. Я такого, в общем, как она называется, разнообразия давно не видел. Была только что первая поклевка. Ну вот она, моя первая рыбка. Красотка. Отпускаем ее, пусть плавает. Ну, что-то вылаживает потихоньку. Непонятно, притапливало, потом вылаживало чуть-чуть. Короче, ничего серьезного. Вот это вот вредина летает, вот это капец. Пчелка. Жесть, что она хочет, я даже не представляю. Так, 6:30 у нас воздушная тревога. И так бьет уже, в принципе, она немало. Короче, клёва нет. Прикормка не сработала. А может, сработала, да. Просто нет здесь карася. Поэтому тут такая тишина. Ну, зато посидеть, конечно, пение птичек послушать, это дорогого стоит.
Так, сейчас на вечер побросаю вот такую штучку, мандулку. Похожу. Снасть я собрал. Щучка была. Правда, она была маленькая. Но была. Нам не пожрать, нам споймать и отпустить. Но пока что-то я смотрю. Брать не хочет. Сейчас на дороге домой уже покидаю. Карасик не хочет брать сегодня. Ну, я место подкормил. Придем в следующий раз. Через недельку, через две. Он же должен когда-то отболеть и начать клевать. Это конец мая, наверное. Да там уже, наверное, в конце мая, начало июня, и сазан должен уже пойти. Сейчас он болеет. И много валяется его. Дохленького. Чего так, даже не знаю. Короче, надо дальше пойти. Вот такой выход у нас с канальчика здесь. Подводного в сторону Дуная. Ну, клёв, такое дело. Самое большое дело — это отдых. Время летит очень быстро. Не успел прийти, уже пора идти. Ну, у нас уже вот солнышко скоро сядет. Там за деревьями. Конечно, на том стороне Румынии еще нормально светит. У нас уже солнце так опускается, 7 часов вечера. Пока до дому. Тут идти, правда, 15 минут. Но пока там покидаю, там покидаю. И будет нормальком. Вот сейчас будет видно то, о чем я говорю. Это непосредственно канал чистили. Вот это вот.